Здравствуйте, мои дорогие. Ну что, вот еще одно утро в Крыму. Правда, такое наполовину пасмурное, но солнышко уже вот там из-за тучек выходит. Вчера обещали грозу и дождь на всю ночь, но ничего не сбылось. Хотя, конечно, хотелось бы уже. Вот. А я сегодня подскочила. Во-первых, я не могла уснуть до 4 часов. Была в таком перевозбуждении. Вот, и уснула уже под утро, но все равно подскочила сейчас. И пошла с вами здороваться, чтобы вам рассказать. Вот, честно говоря, даже не умылась. Так меня прям подрывает. У меня столько эмоций. Вот. А о чем я хочу вам рассказать? Приехали у нас вчера друзья Марины и Сережи. Они тут в Крыму отдыхают и доехали до нас. Вот как бы вам это все покороче-то так рассказать, не затягивая. В общем, короче говоря, замечательная пара. Просто замечательные, веселые, хорошие, открытые люди такие. Вот. И вечером опять баранину жарили на мангале. Опять сидели. И, в общем, короче говоря, Наталья занимается нумерологией. Это вот для тех, кто не знает, это с помощью цифр, расчетов тебе рассказывают все, что у тебя было в жизни, и как тебе можно изменить что-то негативное, что-то там, что у тебя не сложилось. Ой, в общем, короче говоря, мои дорогие, я просто в шоке. Просидели мы с Натальей, ну, наверное, пару часов. И вот за это время она мне поведала про меня и про мою жизнь, даже то, что я, наверное, забыла. А может быть, хотела забыть. Ну, у всех же у нас бывает такое, правда? Все мои ошибки. Все, чего я могла бы добиться в жизни. Но я этого не сделала по каким-то причинам. Ну, я-то знаю свои причины, да. Это вот никого бы не обидеть, доплыть по течению. Вот из-за этого многого я в жизни не добилась. Марина проснулась. Доброе утро. Чего-то сегодня пасмурно, какая погода нас ждет. Ну, грозы-то не было, видишь, вчера. Обещали. А ее и сегодня обещали, что да? Весь день будет сегодня гроза. Ну, не знаю, пасмурно, конечно. А мы хотим на пляж. А кто вам мешает на пляж? Никто. Ничего, дуракам закон. Да, и выдала она мне, ну, просто. Я понимаю, кто-то может сказать, да это ладно, это вот Маринка про тебя все знает, да вот это то да сё, отсюда вот все знания. Нет. Во-первых, они не так часто видятся. Во-вторых, у них есть другие темы для разговоров, кроме меня. Запомнить это все невозможно. Это чисто прям вот наука такая. Я говорю, я просто в шоке. Когда вам вот это все выдают с помощью математики, я давно, конечно, слышала про эту нумерологию. Кто-то даже занимался этим делом, но, видимо, не глубоко.
тут просто. Вот меня, собственно, уже мало чем удивить-то можно в таком возрасте-то. Да. Вот, и оказывается, что Алинка очень правильно сделала. Ну, я в этом и не сомневалась, что вот уговорила меня заняться блогерством, что мне это прям было надо. Да. Ну, я теперь и сама это понимаю, что бы я сейчас делала. Потому что лето-то все кончается. Сейчас все разъедутся, а я останусь. И не пообщаться опять будет ни с кем, ничего. А я такой человек, мне общение подавай. Ой, как все интересно. Я вот все время говорю, век живи, век учись, дураком помрешь. Все, тебе новые вещи какие-то открываются. И прям вовремя. Потому что очень много у меня раздумий всяких по тому, как мне дальше жить. Вот. А тут прям вот вовремя тебе судьба дает человека. Вот, кажется, откуда бы. Приехали люди на 2 дня. Перевернули мне всю голову. Да. Интересненько. И вот какая ведь интересная жизнь у человека. Она всю жизнь проработала гинекологом. Заведовала роддомом. Потом роддом закрыли там по каким-то причинам. Вот. И она говорит, я всех, кого там девчонок смогла, кого куда пристроила, а сама никуда не пошла. И вот что-то ее толкнуло, она занялась рунами, нумерологией вот этой. И продолжает людям помогать. Вот как ведь, да? Не так, так этак. И все равно вот стезя такая, что ли, по жизни, да? Людям помогать. А ведь это так важно, когда тебе прям вот разложат, что ты не так делаешь, где ты не так поступала, и как это можно изменить, главное. А это важно в любом возрасте. Потому что, ну, человек живой, он сомневается. Почему он так живет? Почему так? А почему не эдак? Вот так, мои золотые. Так что вот судьба послала мне такого человека, что я просто вот вот, а самое главное, Наталья консультирует людей, и может и вам помочь разобраться в себе. Я вам покажу ее телефончик. И кому нужно, обращайтесь. Мало того, что это очень теплый человек, она прям, она такая, ну что, всю жизнь деток принимала.
Очень хорошая женщина, просто замечательная. И потом, ладно, я ее видела там, да, вчера, первый раз в жизни. Марина ее знает много, очень лет. У нее и дети рождались, и внуки рождались, и у всех наших друзей рождались у нее. Она ее много лет знает. Так что вот так, мои дорогие, жизнь преподносит новые сюрпризы. Я уже думала, что я так своими сомнениями, метаниями душевными так и останусь. Ну а чего? Не пойду же я там к психологу, там куда-то что-то. А тут просто за 2 часа тебе разложили, показали, объяснили, что как и как это можно исправить даже в этом возрасте. Вот так вот, мои хорошие. Так что я сегодня пребываю в шоке, но очень благодарна за этот шок. Так, оказалось, что я телефон так не могу выложить. Поэтому, девчонки, особенно те, кто живут в Подмосковье, наверное. Хотя я думаю, что она и по телефону может. Вот. Те, кто заинтересуетесь, пишите мне ВКонтакте, я вам напишу телефон. Потому что я сама такая по натуре, мне вот надо... Ой, как же я что-то хорошего узнала, надо рассказать, показать. Может, кому что поможет. Так что пишите мне. Это на самом деле, я понимаю, может быть, кто-то сталкивался и был не удовлетворен этим делом, но тут ну просто. Просто высший пилотаж. Ну вот, я вам рассказала, можно пойти кофейку попить. Ну, что мне делать-то? Меня прям распирает с утра. Надо же поделиться с народом.